Здравствуйте, друзья! Нож с оригинальным названием «Концепт» и курочка. Почему такое оригинальное название? Ну, оригинальное в кавычках. А потому что, видите, что еще ни рукояти нет, ни названия. Так, одно рабочее. Захотелось мне в свое время сделать нож из напильника. И как так по случаю удалось получить такой огрызок напильника. То есть, вот он у меня лежал какое-то время. Потом я взялся за то, чтобы что-то из него сделать. А делать все начал на точильном кругу. Ну, естественно, убил круг. Ничего не добился в плане делания ножа. И эта затея улеглась, так сказать, в ящик перспектив. Ну, наверное, на год. А тут вот недавно купил себе болгарку. И первым делом вспомнил о своем, да, незаконченном проекте. Сразу скажу, что идея сделать полностью клинок на всю длину, а здесь доводить хвостовик, даже не возникала. Сразу хотел что-то такое вот киридаши подобное, то есть с небольшим клиночком. Ну, получилось на киридаши не похоже, похоже не знаю на что. Ну, мне нравится. Конечно, клиночек 6 мм в обухе, наверное, не совсем для резания курицы. Толстоват, когда проходит по костям, но в остальном... Ну и как всегда, демонстрация, да, всех сторон жизни при делании рукояти, да, теория, как всегда, пошла не в соответствие с практикой. То есть была у меня идея, какую рукоять я хочу, но как только стал это воплощать в жизнь, пробовать, понял, что это все не то. Поэтому теперь пока вопрос с рукоятью открыт. Вернее, как бы он уже не совсем открыт. То есть я, в принципе, придумал, наверное, как я все это буду делать. А видите, эти косточки, конечно, ему не по зубам. Так вот, в легкую. Потому что так, для давления одной рукой все-таки толстоват. А двумя руками тут не на что опереться. Так вот, подумал я, подумал, решил сделать все-таки что-то типа кожаной рукояти. Но это время надо, чтобы поехать к родителям и взять там кожу. В принципе, курочку разделали. Я не знаю, честно, я его не колил, не опускал. Вот болгаркой сделал. Честно говоря, не знаю, что получится, что получилось. Но вот доделаю рукоять когда-нибудь. Ну, доделаю еще ее. Тогда уже потестю. На деревяшках еще на чем-нибудь. Там видно будет, что получилось. Ну, как бы тест на курице принес ожидаемый результат. Что все это как брило, так и бреет. Естественно, РК не пострадала. Но вот такая, на мой взгляд, для такого маленького ножа за пределами толщина, конечно, сыграла свою отрицательную роль. Всем спасибо за внимание. До свидания.